Как установить беспроводной дисплей Windows 11? Открываем пуск, выбираем параметры. Система. Ниже. Дополнительные компоненты. Просмотреть компоненты. Можете в поиск написать дисплей и беспроводной дисплей. Либо можете вручную найти беспроводной дисплей. Выбираем дисплей. Можем раскрыть и прочитать. Разрешает другим устройствам беспроводное проецирование на этот компьютер. Требуется оборудование с поддержкой Miracast. Отмечаем галочку «Беспроводной дисплей» и нажмите «Далее». «Добавить». Происходит установка. Беспроводной дисплей добавлено. Установка выполнена. Повторно перейдем в дополнительные компоненты. Беспроводной дисплей в списке появился. Система. Ниже. Проецировать на этот компьютер. Запустить приложение «Беспроводной дисплей» для проецирования на этот компьютер.